15 июля и до 14 августа принимаются заявки на соискание областной премии имени Чехова «Служение общему делу». Конкурс проводит Министерство культуры Московской области. Премия имени Антона Павловича Чехова присуждается жителям региона каждые 5 лет за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в регионе, а также активную благотворительную и просветительскую деятельность.